смотреть, что пишут. Крупный жилой район. Анонс карты постоянно меняется. Нам надо до заграждения добраться. Мы, в принципе, можем находить только бензин и по-быстренькому раз-раз-раз вперед. Особо ни с кем не сражаясь. Видим, где канистра. Заправить автомобиль. В принципе, можем уже двигать дальше. Интересно, что там еще есть. Так, что испробовать наш дробовик? Бьет хорошо, но и шумно. Там патронов немножко жалко. Катана. Это интересно. Катана. Урон 200 в секунду, урон 60. Прочность 25. Смотрим. Так, вот здесь у нас инъекция будет. Закрыто. А, сейчас все сбегутся. Не знаю, сколько там, много-немного. Сначала надо будет ловушки, по идее, расставить. Ну, желательно. Ладно. Так, это инъекция. Так, надо закрыть. Так, нам, короче, на батарейке. Ну что? Здесь можно прокачиваться. Вот меня сейчас убьют сразу. Ждем. Дверь они все равно выбьют, скорее всего. Или нет? Пока не похоже, что они выбивают дверь. В принципе, дается время. Здесь нам нужна батарейка, чтобы что-то открыть. Здесь тоже батарейка нужна. А здесь нужны вот эти вот образцы. Тогда мы сможем что-то изучить. Так, ну давайте. Я не особо готов, конечно. Но у меня есть катана. Они все быстрые. Да, 2 хп. Ладно, это был быстрый заход. Честно говоря, не знаю, что бы мне там помогло. Автомат, может быть. Это было слишком быстро. Так, здесь нам что дается? Какой-то тоже пистолет, травник, проводника, взрывотехника. Так, на этого револьвер неприятный. Так, мы попробуем травника, мы еще не пробовали. В принципе, здесь тоже пистолет какой-то есть. Уже 9 мм патроны. Так, сколько там патронов вообще вмещает? 2. Гладкоствольный пистолет. Это, конечно, беда. Опять заряжается, зато быстро. Так, здесь, по идее, должны быть... А, патроны тоже одноразовые были. Как плохо. Я, кстати, впустую потратил. Так, то есть, в принципе, вот это вот тайники тоже не особо-то эффективно. Ладно. Будем знать.
кем, конечно, можно было попробовать сесть в машину по-быстрому. Мне кажется, мы бы не успели. Так, нет топлива. Нет. Ладно, просто заправляем и уезжаем. У нас пистолет такой себе. Прям очень такой себе. Так, жилой район. Сюда. Здесь, по идее, тоже нам только топливо надо добыть. Так, нет топлива. Топливо. Внизу посмотрим. Так, батарейка нам нужна. А, тут масло. Не всегда батарейка. Так, пробуем. Так, ну, в принципе, перезарядка быстрая. Зависло чуть-чуть. Вот, отвисло. Так, в доме, походу, ничего не было. Так, нет тут никаких ловушек. Так, там показана инъекция вот эта. Так, надо с этим сражаться со всеми. Так, совсем в другую сторону подошли. Разве медленные? Нет, конечно, два патрона вообще ни о чем. Тем не менее, сейчас сюда опять все сбегутся, и мы умрем. Так ведь? Похоже, что так. Так, по-быстрому все сможем забрать. Еще нет места. Так, один используем. Тут забираем. Либо здесь надо обороняться. Здесь их не так уж и много.
патроны закончились. Так, давайте туда. Надо ко мне. Так, ехать мы не сможем. Так, что нам делать? Опять мы умрем скоро. Стали жить. Какая-то аномалия. Так, заправляем, уезжаем. У нас с патронами прям беда. Торговый центр. Отправимся в торговый центр. Забираться в более крупные магазины могло быть слишком опасно. Так, там их много. У нас больше ничего нету. Исполнение сил. Здоровье. Так, вряд ли мы кулаками что-то сможем. Попробуем. Какая-то знание дали. Нет, все, там хана. Закрыть не получается. Да, слишком как-то сложно без патронов, с кулаками. Да и пистолет такой себе был. Так, хорошо. Дробовики, пистолет не то. Молоток. Снаряжение плотника. Так, ну посмотрим, что за молоток у нас в основном оружие. Просто тоже потестируем этого добровольца. Так, прочность 25. А у нас просто нет дальнего боя. Красно. Так, чем он может нам помочь? Важненькое. Самодельный дробовик. Ой, не знаю. Так, ну пускай будет скорость действия, ладно. Какая-то радость. Небольшая. Можем быстрее все осмотреть. Так, конечно, надо научиться делать патроны, а не дробовик. Так, ну, плотник какой-то такой себе. Так, у нас наверху справа написано 6-6. Вот это, я так понимаю, это какой-то уровень, видимо. Но где его смотреть?
без понятия. Все кнопочки понажимаю. Знания у нас. Фонарик. Мутация. В общем, непонятно. Так у нас вроде как 6 уровень. Так, учебники, ветоши. Так, канистра у нас здесь. Так, ну все, заправляем. Едем. Так, лагерь. Пробуем лагерь. Здесь у нас какой-то значок S, то есть как доллар, не знаю. По идее, там что-то можно купить, продать, прогрейдить, возможно. Посмотрим. Так, тут у нас взрывается. Так, я вижу неплохой грузовичок. От этого идет заражение. Так, войти. Серьезно? Можно куда-то войти. А вот, что-то можно купить, я так понимаю. Добро пожаловать, друг, я Михаил. Кто привел вас в эти чудесные опустевшие края? Пытаюсь выжать, ищу припасы. Да, возможно, я смогу помочь. Я собираю всякое. Ценные вещи, которые могут быть вам полезны. Но главная моя цель – вещи из старого мира, понимаете? Например, все, что дает знания. Старые книги, жесткие диски, даже личные записки. Принесете такое я мне на что-нибудь полезное для выживания. Хорошее предложение, вы всегда здесь. Ха-ха, ну уж нет, я перемещаюсь понемногу. Уверен, вы меня заметите. Давайте покажу, что у меня есть. Открыть магазин. Так, все, купить. Это купить, это продать. Продать за знания. Отлично, можно всякое продавать за знания. Мы все продадим. Так, продать много. Продать все. Пока что мы все продаем, потому что все равно мы умираем часто. Смысл нам от этого. Так, хотя бы знания будет. А, продавец 9. У него осталось 9 знаний, по идее. Так, доску мы тебе тоже продадим. Да и молоток тоже, у него 4 осталось. Еще 7 осталось. Так, ладно, сюда зайдем. Скрыто. Так, ну это, я так понимаю, прятаться просто от зомбаков. Так, теперь нам надо найти оружие. Как нам внутрь попасть? Вот ворота, мы теперь сможем их открыть. У нас есть эти кусачки. Так, батареи у нас нету. А надо бы. Это у нас верстак. Так, добавить. Удалить. Хорошо бы, если мы здесь рецепты какие-то находили. Приказы, скросс, так, плюс 2, пусто, ветошь, здесь должно быть оружие, нет, коллиматорный прицел, обвес и лазерный целеуказатель, обвес, ствол,
все заберем. Так что еще сможем продать? Так, ну весы можно продать. Да, тоже продадим. Бойница. Покупать у него тоже получается за вот эти, за знания. Так, конечно, хорошо. После употребления постепенно восполняет некоторый объем здоровья. Обезболивающие. Гранаты, оружейные. Батарейки. Вот что у тебя хорошее есть. Ну да ладно. Понятно, что это за торговец. Торгует знаниями. Сейчас ему может кирпич отдадим. Документация, тесак, чок для дробовика. Мы ему все продадим. Пока есть такая возможность. Так, тесак пока, может быть, оставим. Три. Так, у тебя еще два осталось. Кирпич тебе дадим. И тесак тоже. Все, продавец ноль. Все хорошо. Капашку можем. Почему бы и нет. Так, туда мы не знаем, там что у нас. Что-то есть. Да ладно. Не будем смотреть, что там. Так, жилой район. Ракетница, сигнальный патрон. Патрон для ракетницы, боеприпас, сигнальный патрон. Так, это интересно, что он делает. Сигнальный пистолет позволяет осветить некоторую площадь или пошуметь. Так, ясно, то есть можно немножко отвести в сторону зомбаков. Так, нет здесь рецептов. Доска, нет, ветошь, ни с чем, пластиковый, только ни с чем. Спирт. Так, ну теперь можем коктейль молотого сделать. Но мы не будем его делать. Как ты меня заметил? Так, надо что-нибудь. Молоток, наверное, взять. Добьем. М16 у него пистолет какой-то. Так, это плохо.
Свежая кровь. Наносите плюс 10% урона врагам без повреждений. Так, сила спортивного шмурца, словно сами дают задачи нападающим. Такующего вас враги с некоторой вероятностью могут быть оглушены. Эффективность лечения плюс 50%, эффективность предметов для запаса сил минус 50%. Так, ну, пускай сила сопротивления будет. Так, это то, что либо мы просто со временем, либо то, что мы вот здесь постояли. Мы на него наступили. Он вроде как зараженный такой прям. Очень-очень. Оружие, патроны. Так, что у нас здесь? Пистолет, патроны есть. Так, пускай здесь будет пистолет. Здесь, наверное, М16. Но патронов у нас нет. Патроны 5,56 мм. Так, ладно, пока пистолет оставим. Более опасная ситуация. Внутрь, может быть, посмотреть, что у них там. Какие знания должны быть? Да, знания 3. Патроны дали даже. 9 мм. Так, а здесь у нас кубец. 45 калибр. Другие патроны. Урон 75. То есть, по идее, лучше, чем тот пистолет, который мне давался. В принципе, у нас 7 патронов. По-моему, перезарядка хорошая. Так, там у нас получается... А это у нас этот... верстак. Ладно, уезжаем. Пока здесь более-менее все хорошо. Нашли пистолет. Так, убежище через 30. Тайник с припасами. Так, ну, убежище. Так, сюда топлива хватает.